Перевернутые контейнеры, рассыпавшийся мусор и копошащиеся в нем собаки. Такую центральную улицу Басарабяски увидели утром 1 апреля торопящиеся по делам горожане. Вот таких людей, которые вот это делают, такое наказание дало бы, чтобы больше никогда в жизни такое не повторялось. Люди ставят, чтобы было у нас культурно, и что это культура у нас? У нас это не культура, у нас просто это свинство. Люди издеваются, вот все, что можно сказать. Ну, скорее всего, что кто-то из молодежи. Кому-то делать нечего. Говорится, как родители воспитывают, то и пожимают. По данным полиции, правонарушение произошло в ночь с воскресенья на понедельник, около 2:30. Лица, совершившие хулиганские действия, пока не установлены. Полиция муниципалы, полиция Урашаняска, Активязы, Эндомени, Уланхаузы. Муниципальная полиция работает над этим случаем для установки лиц с последующим привлечением их к уголовной ответственности в соответствии со статьей 354 Уголовного кодекса. В случае установления данных лиц их имена и фамилии будут обнародованы, чтобы жители города знали в лицо героев, совершивших противоправные действия. Контейнеры для сбора бытовых отходов были получены муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства в рамках проекта Агентства регионального развития «Юг». Их установка началась 2 недели назад. По словам директора коммунальной службы Любови Телегей, эффект от этого стал заметен сразу. Исчезли пакеты и кучи мусора вдоль дороги. Кому помешали контейнеры, ей непонятно. Это хулиганство, которое неуважение. Неуважение к тем людям, которые вложили этот капитал для того, чтобы сделать лучше, чтобы было хорошо. Я не думаю, что тем людям, которые вложили этот капитал, им очень понравится. Они будут очень нехорошего мнения о нас и захотят ли они с нами в дальнейшем работать. До сих пор было установлено около 40 металлических контейнеров. Это половина от всех имеющихся в наличии. Кроме того, по улицам будут распределены 10 пластиковых контейнеров и 90 сеток для сбора пластика.